Здрасте. Чё? Продолжаем кошмарить Артурчика? Кошмарить. Как бы играть на кошмаре, там вот это всё. Ну это, что-то уже не кошмар нифига. Уже как-то полегчало, прям вот стало легко. Не, мне не сказать, что я жалуюсь, да? Ну, слишком рано, на мой взгляд, стало легко. Ну хотя, всё может измениться в любой момент. Нужно наслаждаться тем, что есть возможность пока это... А чё, не понял? А, активирован. А, вон, начало боя. Всё, да. Тут я что-то заюзал, не помню уже, это было очень давно. Почти в прошлом веке. Ну давайте, отсюда начнем. Чё скажете? Тотем. Ну окей, дышит вечным пламенем, ну. И чё это значит? Так. А, да, расставляю, что-то я сначала подумал, какой-то херь. О, сундук. О, умфри-мясник. Сильный умфри-мясник. Тотем. Костяной тотем. Что делаешь? Призывает потерянного арбалетчика каждый доход. А, понятненько. Вот тут-то, если начать, да, и пойти, короче, в ту сторону... Ага, интересно. А, тут еще есть. И кто? Оруженосец потерянный. А ты тут можно пройти, что ли? А, тут вот тут можно пройти. Понятно. Какая большая локация. Тут еще костер. Нихера себе. Вот это поворот. Ну, я бы, наверное... Вот тут-то бы парочку пустил, да? Вот тебя, например, допустим. И вот тебя, допустим, да? Вот так вот. Вы бы тут пошли? Не, тут, ну... Да, тут лучше, конечно, маг. Ага. Вот, а тут, короче... Ну да, тут вот так вот. Ну, чтобы... Так он же маг, ты сказал, я не понял. Ты сказал, он маг. Так он нихера не маг, ты обманул меня, получается. Так, вот тут только как пойти? Ты вот откуда? По дальнему-то вообще, да, не только вот ближнего убить сможешь. Ну и... Ай, причем это понятно. А ты? Вот это... Окей, а, понятно. Нет, ты-то вернись обратно, ты-то там этим пойдешь сейчас. Ну-ну. Вы, короче, с ним будете. Вот тут она. Ну да. А тут мы, короче, вот этим попробуем быстренько сломать. Главное вот этого хернануть. Хернануть. Че это значит, не знаю. Но главное хернануть. Но вот тут-то я смогу его бить. А вот. Вот отсюда. Раз. Ну вот если я сюда поставлю, возможно. Я, короче, смогу быстро туда дернуть. Давайте, поехали. Нет, давайте вот этот вот. Так, у меня есть 5 ходов. Ни хрена себе. Во, отсюда могу. И сразу же его, да, отхерачить. С другой стороны, лучше вот этого убить. Он больше проблем доставляет. Если честно. То есть вот так вот. Вот так вот, да. И вот так вот. Ага, фил там. Фил что-то там, короче. А ты? Да, куда ты поворачиваешься? Хочешь жопу, да, наполучать? По-любому. Уверен в этом, что хочешь. Вот сюда иди. А ты? Вот сюда. Так. Ты не... Ну, он типа дойдет. Ну, давай. Вот так вот. Так, ну пойдем дальше. Ой, вот этими. Ready, ты, ну. Все мы тут. Ready, ну. Так, ты откуда сможешь по нему стрельнуть? Оттуда. Можешь стрельнуть, стрельни, конечно, что не стрельнет. Бокс. Вот это урон, я понимаю. У него еще... А, нет, не осталось. Так, ну ты, короче, ты должен сэкономить. О, да, парочку. Ну вот как-то так. Давайте. Чё, 7.
Че, больно, да, мне будет? Ну, да, больно, конечно. Не сказать, что прям ох-ох-ох, как больно. Вот ему больно было, вот однозначно, да? Тут вообще вот гадалки не ходи. На, сразу убивать. Не, ну не этим же. О, да. Правильно. И вот сюда двигай. А что, тут не походил, что ли? Нифига себе. Как благородно с его стороны. Ага. Ну, тоже двигайся. И, короче, вот этого... Нет, ты сейчас смотри. Ты вот так вот делаешь, да? Нет, ты сначала это. Да-да-да. Блин. А если сюда? О, сюда нормас. Да, 221. Ну чё, выживи. Выжил, мразь. Ага, вот этой штукой ты, конечно, не дотянешься, да? Конечно, нет. Ну тогда... Тогда иди сюда. Что уж тут делать-то? Ну все. Оп. Да, арбалетчик, конечно. И тут еще. Сейчас, да? Пукнет меня. Пукнет, конечно. Ей, пришел. Так. Ну ты сюда иди, тебе нужно убить. Ага, тут можно, кстати, спрятаться, правда? Ты убьешь? А, ну убьет, да. Так, ты... О, так он умрет. Нихера себе. А, ты в того не попадешь, да? Ну тогда спрячься. Вот тут, да. Так, ты... Не. И, короче, вот это вот... Ты кто вообще? Ты же это... Сила утраты, это что? Ага, реанимация. Ну да, ты же это, нежить. Где написано? А, потерянный, точно. Я кто-то потерял. Чё? Не понял. Тебя замедлило вообще? А, ну да, замедлило. То есть... Ты тогда иди. Будь сюда, да? Ой, там скоро будет доступен. Ну, блин. Ну ладно, хоть не ходил. Так, вот тут сюда вот, да? И, короче, убивай. Ага. Ты-то сейчас-то... Ага. Неплохо. А чё ты не сдвинулся даже с места? А ты сможешь, да? Куда-нибудь вот? Может. Даже не знаю. Есть ли в этом смысл? Может, лучше отойти? Тут какая-никакая, но преграда, да? Вот так вот. Пусть там призывают, арбалетчики не такие уж и злющие. Поехали. А ты умер? Ты же умер? Ага, умер. Чё ты? А, ну типа ты резко. Ну да, ну да. Ну мы это... А я? Ну давай это поменьше меня бей, пожалуйста. О, подошел. Нифига себе. Спасибо. Так. Откуда отсюда ты попадаешь? Стреляй тогда. А по той? Откуда попадешь? Вот отсюда. Тогда стреляй. По той. Ну да, да, да. За него, за самый, ну. За родимый. А ты с обычного удара убьешь? Убьет. Ага. Так, ты. Ты, короче, можешь подойти и шлепнуть ему, да? Как надо вообще вот. Просто, чтобы он это аж завизжал, как девка. Я думаю, тебе нужно так сделать. Ага. Так, а ты... What? Откуда ты сможешь по нему стукнуть? Вот отсюда может. Стукай! 13 оставил. Так, ты, короче, отойдешь, да? Ага, так, вот он подойдет. Ну да, он ничего не сделает, а это... Ага. Прям да сейчас там появится, да? Ну, ладно. Ну все, поехали. Я же говорю, уже 3 арбалетчика, жесть просто. Мало арбалетчиков, больше давайте. О, подходят. Они так благородно, да? Чтобы мы долго к ним не бежали. Не, ну они, конечно, спасибо им. Вот реально спасибо.
Ой, я думаю, сейчас побежит, блин. I'm ready, но... Так, вот ты... Да. Все верно. И вот так вот, да? Ага. А ты, короче... Ага, вот так вот. Все верно. Я не знаю, и побежишь сейчас. Ну, как бы... Я как... И ты тоже, да? Ну, туда беги. И, короче, просто его берешь и убиваешь, да? Как вот... Да! О! Не понял. А, ну чё, а что тут непонятного? Да, в общем-то, понятно. Да, подходишь сюда вот так вот и стоишь, контролишь их. Кого можешь стрельнуть-то? Вот в этого? Или вот в этого лучше? Я бы лучше в дальнего, конечно. Ну, тоже надо убивать. Так этого 50. Кстати, что-то я тупанул. Надо сюда было бить. А он бы там справился уж. С проблемами бы. Зарешал как-то. Ай, больно так. Ой, больно. Ну, давай. Умрешь? Умирай давай. Умрет. Молодец. Это он хорошо. Так, стоп, я туда не... Вот отсюда что-то смогу еще, да? Во, отсюда вообще могу нормально пукнуть. И пукну. Ага. Вот ты, короче, вот так вот. Да вот этим. Да не этим, вот этим. Вот, да, ага, вот так вот. Ага. Еще баночку тебе, наверное, съесть надо. Да по-любому. Что-то тебя нормально напуклякали-то. И у тебя еще есть ход? Нихера себе. Ну-ка, ты того сможешь убить? Нет? Отсюда может, но... Лучше вот в этого бить, конечно. Ага. А этот уже сам там... О, так он еще и этого сейчас убьет, точно. И вот сюда. Не-не-не. Вот сюда, вот так вот. Ага. Все точно, вот так вот, да. Идеально. А! Не понял. Что это было? Ты кто? И почему ты там находишься? Можно тебя убить? Ты типа резнулся, да? Здрасте. Как дела? Хочешь с нами бегать, не? Просто будешь стоять? Ну, стой, окей. Интересно, да? Интересное завершение битвы. Так. Люблю оранжевые пиксели. Там что-то еще синее упало, но уже когда увидел оранжевое, все, как бы. Синее уже не существует, когда есть оранжевое. Классно. Так, 4 из 5. Где еще-то найти? Я, короче, вне записи пробежал по локации. Думаю, может, где-то я в начале оставил, чтобы не бегать, как бы. Зрим 1, ага. Поискал. Ну, что-то не нашел нихера. Ну, я поискал, честно, да. И я что-то не рублю. Где вот это есть еще один шарик? Костер юзать? Да не, наверное, рано. Ну, хотя броню восстановить можно было бы. А у меня есть еще? У меня же есть еще один, да, костер? Да, все верно. Ага. Броню тогда восстановим. Ага. Ей. Че, я отдохнул? А, и полон сил. Ну, я рад за тебя, молодчинка. Мне нужны, ну, полные сил-то, ребятки. О, это мы уже юзали. Надо где-то еще этот шарик найти. Просто я как понимаю, они типа ослабляют типа тех врагов, а я же это, я же боюсь сложностей, мне нужно все самое слабенькое. Так, отсюда мы пришли. Я думаю, где-то тут будет еще. А, ну я уже подхожу к этому месту. Тут-то как-то это... О! Да-да-да. Да-да-да. Одни потеряли, другие нашли, все верно. Может, тут что-то? Подождите, а я там был еще? А туда-отсюда не попасть. Понятненько. И грустненько. О, тут смотрите, вот сюда войти... А, не, нельзя. Думаю, можно. Думаю, там будет супер-клад спрятан. Можно, да, тут чуть по боку вот так вот, да, пройти так. Оп-оп. Чё за лота? Деньги это они... А, туда вообще нельзя попасть? В это здание? Нифига себе. Ага. Всё, я правильно, значит, сделал. Я прям чувствовал, что нужно именно так сделать.
А, символ тяжелой брони, это просто и украшение. Я понял. Это я просто доп-квест выполнял на... О, зелье. Зеленое, кстати, не знаю, что дает. Доп-квест, ну, выполнял на вот это... На шмотки какие-то там, на бонусы, во. О, ну тут мы выйдем, видимо, да? Видимо, да. Ну, чё, что ли? Ну, походу, последний бой сейчас будет. Птички, здрасте. Что-то я все бегу и бегу. О. Да, тоже удивлен. Нет, так, стоп. Мы знаем, что теперь есть подозрительный сундук. Тут будет битва. 100%. Наш сначала, естественно, это. I ran with the beasts of the wilderness until I lost myself. Ну, я не знаю даже. Надеюсь, ты это все делал не голый, конечно. Носился в лесу с дикими зверями. Хотя, если бы голый был бы, это было бы веселее, на самом деле. Что это? Трофеи. Трофеи, не понял. Ну, давайте трофеи. Кто у нас тут? Вот, давайте этот, да? Ивень, да. Символ легкой брони. А, это типа кому достанется этот трофей в будущем? Все, понял. Ну да, легкой брони-то мне как раз, кажется, и не хватает. Ну, короче, ок. Заходим сюда. Видимо, все, пора уже. Ну, тут мы бегали, да? Тут мы вот так вот, да, пробежим. Ну все, пойдемте, выполним задание. Че, мы пришли. Моя сущность заключена в этой статуе. Чтобы вернуть мои силы, нужно ее очистить. Я могу на нее пасать. Причем девы, заметьте, с нами нет, так что как бы все нормально, значит, как 4 ствола, да? Оп, ее почистят. 4 Не выговорю, ладно. Так, что нужно от нас? Да, давай. Стойте на страже, пока не завершится ритуал. Как только выдам себя. А, типа ты там выйдешь такой. Сбегутся потерянные, выдаст себя. Сколько времени длится ритуал? Уж не дольше человеческой жизни, когда время придет, вы поймете. Ты шутишь, да, типа? Ты что вообще? Ты что за загадками? Скажи точное время. А, вот. Он что-то делает. Так, сколько? 4 волны будет. О, они первые ходят, нифига себе. Ну, первая волна что-то так себе вообще. Тем более они эти... Как это сказать-то? Так. И вон того, откуда сможешь убить? Вот отсюда можешь. Ну, давай, беги, убивай. Ты сказал, можешь. А ты не можешь. Ты обманул, получается. Фига себе, реально обманул же. Негодяй. Так, ну ты вот этого... Нет, вот этого. Ага. Так, ты не можешь его убить, да? Ты зря, конечно, не можешь-то. Так, ты откуда можешь атаковать? А ты отовсюду можешь атаковать. Ну-ка, а, ну давай. Тогда. Да вот эта кнопка. Вот так вот, ага. А ты сможешь подойти его шлепнуть? Может. Подойди и шлепни, значит. Ага. И отойди, наверное, да? Вот так вот. Ну все. А чё ты не убил-то его? Дурак, что ли? Так, это вторая волна пошла. Она... О, арбалетчики. Нифига себе. Так, ну... Ты вот так вот, конечно же, сделаешь. Ага. О, у него 150 жизней. Не, ну тут это надо, да, вот так вот. Ага. Ага. Ой, там где-то какой-то крут... Ой, арбалетчик, а чё? Блин.
А ты не добежишь, да, далеко? Далеко, да. Это я зря, я не увидел его. Да, давай. What? Да чё за ват-то? А ты чё? Во, отсюда может. Может того дальнего лучше? Вот отсюда. Ага. Давай там, умирай. Вот это бесит в них. Они будут резаться еще потом постоянно, блин. Мерзкие. Так, ну... Ну да, все, да. А, типа фиолетовый. Ну пока легкотня. Оу, удар в спину, нихера себе. О, вот эти пошли с копьями. Вот этот вот неплохой чувак. Да ладно, что-то я не... О, мне больно, мне ударили. Не больно тебе, ты врешь. Так. Вот этого тебе надо убить. Ай, я вообще-то этого выбирал. Так, ну ты тогда вот так вот. Ага. А чё ты обычным-то выстрелом? Я поджечь хотел. Чё-то вообще всё как-то ненормально идёт. Чё там? Третья из четвёртой. Надо вот этих убивать, они ж резаться будут, мрази. Так, ты до того не дойдёшь. До арбалетчика тоже. Ты докуда дойдёшь, чтобы атаковать? А, ну ты уже, смотрите, нихера себе. Ну тогда ты вот сюда подойдёшь. И будешь овервотчить. А ты пойдешь и вот этого мразя убьешь. Ага. Угу. А этот, ну этот подойдет со временем. Подойдет и умрет, но... Да давайте. Так. Четвертый из четырех. А, он в следующем раунде умрет, понятно. Так, тебе бы, конечно, его убить. Споров нет, чтобы он уже не мешал. Ага. Так, там два хода, а там один ход. Тебе, значит, нужно убить вот этого. Угу. А тебе, короче, нужно убить вот этого. Убил же? Да, убил. Нокаут. И вот, ага, вот сюда вот закинуть. Ага. А где, кто тут? Еще арбалетчик, нихера себе. Тут. Где? Так показывает, что есть арбалетчик, разве нет? А, нет, около фиолетового стоит, значит. Вот этот сдохнет, вот это арбалетчик. Ты что можешь? Ага, иди, все верно. Ты, короче... Так, докуда ты дойдешь? Да ты вообще нихера не дойдешь. Тогда я тебя убью. А, ну все правильно, Вимчик. Чтоб в следующий раз, да, зафигачить. Сюда встану вот так вот. Ой, не спиной же. Он от того арбалетчика по жопе получит. Ну, по жопе надо тоже получать. Что там? 13, нихера себе. Так, вот этого бы убить у лестницы. Так, ты убиваешь. Кстати, если б я обычным ударом я два раза бы стукнул, тупо себе сделал, вот как бы да. Но это как бы не очень тупость-то делать. Ой, вот так вот, реально? Так, ты... А если вот так вот? Ну да, он сгорит нас. Не, а, ну сгорит, да. Сгорит ведь? А если нет? Ну и нет, так нет, чё. Да нет, как говорится, и сюда нет. Сюда беги. Угу. Не сгорел, так и понял я, блин. Да по жопе этот получит. Ну получит и получит, что. Любит по жопе, может получать. И сюда. Так, ты сможешь убить? Не может. Ну этот ничего не сделает. Этого надо. А, ну так да, если я как бы это сейчас. Они же все, да? А, ну да, все логично, да. Зачем мне пытаться? Ну да, да. Че, больно тебе было, хочешь сказать? Не было тебе больно, я ж знаю все. Так, что-то покорябало чуть-чуть. Поцарапало.
На 15 нежить? Правда, да? Ну. Вау, что? Вау. Ну, это легкая была эта миссия. Вообще, брат, вот легчайшая просто. Я даже... Она как знает... Ну, первая, конечно, самая легкая была, когда, типа, меня учили. И отдыхай. Нынче болтай больше, отдыхай. Это... Как вторая, наверное, миссия, я бы сказал. Вообще легкая, просто... Ну, прям легчайшая. Я думаю, это просто послабление. О, сундук, нихера себе. То есть ты был сундуком. Человек-сундук. Украшение, спасибо. Артефакт. Ну, мне бы синенький такой артефакт, конечно. У меня вообще есть синенький артефакт? Что-то такое не припомню. Есть фиолетовый, а это, кажется, не артефакт. Угу. Так, пойду, короче, около костра пополню, да? Чтобы вон тот сундук открыть. Я вообще использовал за все время две банки только. Вы представляете, насколько легкая миссия вообще. Ну, я думаю, что это реально просто фарм. Чисто миссия на фарм. То есть они не делали сложные, наверное, изначально. Сложные миссии типа вот эти будут. Квестовые. Сюжетные, во, так их назовем. Да, хпшечку. Ага. Чё-чё? А, ну... Да-да, окей. Вот. Я уговариваю себя. Может уже все как бы, сложности кончились, может вот такая сложность будет теперь и все время. Ну, иногда будет прилетать какой-то, да, там, босса-моб, у которого будет какой-то имба-скилл, типа вот этой, да? Как ее звать? Не Гарпи, а это Банши, блин. Своим визгом, которая портила все тактики, какие только возможно придумать, блин. Вообще, такой этот визг был мерзкий. Мерзкая Банши с мерзким визгом. Ну да, она как бы это, типа такой, вносила как бы в сумятицу, в тактику, и поэтому ее было сложно победить. Ну как сложно? Тоже я бы не сказал, что очень сложно. Я просто пытался там сделать так, чтобы все вышли красиво оттуда. Ну, не получилось. Ну в целом, поэтому было сложно. Что... Прелюбопытнейший. Ох, какое слово-то. Сундук столь древний, но не истлел с годами. Что же он хранит? Сокровища? Ну, короче, понятно. Погибель он хранит. О, какой. Хы. Здрасте. С бородкой такой, да? А он один? Right. Open that chest. What's the worst that could happen? Да. Что страшного-то? А, его можно бить? А, нет. 204, что можешь? Просто ему отбрасывается. А, он не отбрасывается. Если... Ага, ну и он замедляется, да? Make up your mind. Ты замедляешься? Далеко, понятно. Вот так вот, да? Если я ударю... А, ну да, у меня есть еще. Ну-ка. Да, замедляется, смотри-ка. Там написано, насколько замедленно. Да, блин. На 100%. Ну вот, да, он будет 3 года идти. Я пока пострелякаю в него. Так. Откуда ты можешь-то? Отсюда. Ну, беги сюда. Нихера я потратил-то. Вот это я неправильно, конечно, сделал. Ага. Не-не-не, поближе им надо подойти. Хотя зачем? Ну да, вот сюда. И вот сюда. А, больно горит. Горю. Бывает что-то. В итоге я так аксессуары не попробовал. О, попробую. Сколько он стоит? Один. На вот этом, да, типа? И чё? Ну да, типа... Не понял, ну... Как бы... Будет ли он в следующем бою? Ну тут мишен написано, значит, по-любому один раз в миссию. Так-то это имба была бы. За один забой, да? Так... Ну, имба, конечно, тоже громко сказано, не имба, что там 10 хпшек за бой восстанавливать. Так уж это и много. Ну,
Да ладно, да, стойте там. Да, как стоят они и стоят, что ты? Мы уже, смотрите, ему половину хпшки снесли. А он нифига умный какой. Гори давай. Ага. Так, а ты не сможешь отбежать туда, что ли? Ну сюда отбеги. Так, докуда он может дойти? Ага. Тогда вот сюда. И Overwatch. Хотя зачем, да, он... А, ну лучше Overwatch все-таки. Тоже, да. Угу. Так, ты еще не можешь, да. На, интересно, можно сократить замедляшки это? КДшку. Ой-ой. Ой-ой-ой. О, она, кстати, замедляшку было кинуть. Она типа 10% урона увеличивает. Ага. Ой. Ну вообще легчайший бой просто был. Талисман дали, и все. Ну, да, и, конечно, за талисман-то. За зелененький. Ну, все, да, получается. Все, тут вообще все сделано. Вот это, ну, юзать, конечно, не стоит. И вот это там один остался такой, да, такой. О, я без друзей, совсем один. Типа вот это вот. Ну, прости, как бы. Сам вылез. Мог бы так и в земле лежать, а решил вылезти. А что за фиолетовая шмотка, мне интересно. Вот это интересно по-настоящему. Да, подождем, пока грузится, да, да. Игра не на SSD, да, все верно. Точно, точно, да. Да. Но вот так вот на жестких дисках вот так вот игры грузятся. А это Артурчик, да? Да, по-любому, ну. Интересно, мы его типа убьем или как бы очистим, и он станет Артуром? Так нахер нам он нужен, да, вообще? Мы как бы сами с усами, сами королями можем быть. Ну какие-то нам зачем Артуры-то? Неизвестно. И насколько она по мифологии сделана, вот этого времени, этого мира, назовем вот так. Будут ли там Мерлины всякие, вот эти ведьмы, которые я не помню как зовут. Все уровень, все пятерочки, нихера себе. Вон зелень даже можно не смотреть, да? Ого, сколько бабок навалило. Спасибо. Вот это что такое? Аксессуар. Дает 5 АД движения за первый ход в каждой стычке. Угу. Плюс 2 к восприятию. Угу. Интересно. Так, ты что такое? Пробитию брони 10%. 30% пробития. Из... Ух, какая пуха-то. Интересно. Так, ты что? А вот это, кстати, тоже есть. Это у него, кстати, такая одета, да? Ага. И что? Ага. Ага. Лёва. Ага, вот ты что? Тоже неплохо. Совсем-совсем неплохо. Ты? Ну, это типа для дуэли, я не знаю. Ну, а знаешь, что в этой миссии дуэль будет? Знаете, одевать, ты же не можешь во время миссии одеть. Во, аксессуар, да? Я правильно понимаю? Первый аксессуар синий. За каждые 10 АД, восстановленных любым способом. О, интересно. Забавно, прикольно. Так, ну вот это говнюшка. Потерянных. Ну, денег нормально, да. Спасибо, чё. Так. Ко двору явился загадочный кузнец. Он утверждал, что может предложить бесценные сокровища. Туата де Дананан. Дананан. Вначале я принял его как за шута. Однако, рассмотрев поближе предложение. Предложенный товар понял, что вещи их прям необычные. Незнакомец кажется угрюмым и предпочитает игнорировать вопросы. Лицо его скрывает капюшон, а сам он отвергает даже вино. Окой. Сей человек не дает мне выбора. Он предлагает купить один предмет, не более. Подобное поведение считаю неуважительным для жалкого торговца. Типа, ты купить, да, вот этого, ты получишь дополнительную добычу. О, конечно. А что я получил? Ты от раны излечился, но ты все еще как бы это, избит. Ну окей. И что за предмет-то я получил?
дополнительный. Давайте глянем, может, тут вижу что-то. Это... Вот это и получил, наверное, да? Потому что... Или... Не, ну да. У меня же у мага, да, вот это? Да, значит, вот это я и получил. Ха-ха-ха-ха. Такой я вообще мразь, да? Отобрал. Да и угол какая. А кому ее можно одеть? А, Роги, вот этому. Ну, оденем как бы. Сбер... О! Нифига себе, реально так работает. Классная вещь. Но он лечится. О, что такое? Дает... Ага. Ну, окей. То есть у меня есть такая теперь штука, но она как бы хуже, чем это. 5 к жизни, ну тоже неплохая вещь. Ладно, он все равно хилится. В соборе, да? Ага, он типа, у него было же больше ран, он типа одну рану вылечил за день, да? Ага. А нельзя, да, типа? Думаю, может можно как бы нажать, типа, как раз бы засчитало. Ты пойдешь, ну, попозже. Сейчас мы посмотрим, что у нас вообще имеется. Вот тут древний трон. Тут что? Кто мне нужен? А, леди Дейндрейн. Этого достаточно. Окей, пойдет с нами. О, ну вообще такая, смотрите, отхиленная на максималочках. Леди Дейндрейн на максималочках. Вот тут а что-то есть. Ошибки прошлого. Группа монахов с подачи кого? Серафима. Тайна христианского братства стала расширять древние руины. Расчищать. Ну, короче, понятно. То ж не... Ну да, да, мы же как бы вот в христианство пошли. Ой, тут четверка, нихера себе. Тут пятерка, а там квест. У-у-у. Ой, как много всего. Вау! А чё, изначально-то не могли столько квестов давать? Ну мы сюда пойдем, потому что тут пятые, как бы, а там четверочки, четверочки неинтересны. Ну понятно. Новое событие. О, алая чума, что дает? О. Ну да, конечно, это что? Или преданность всех героев повысить? Ну блин, не знаю. Сейчас подумаю. Мост печали, что прежде охранял сэр Тавелин и сыновья привел нас к край страданий, и мы, вернувшись, принесли с собой страдания и в эти земли. Смертельную болезнь, что поражает муки и алые нарывы. Порождает. Короче, не хочу читать что-то. Я сегодня вообще не могу читать. У меня просто все в глазах рябит почему-то. Устал, наверное, целый день работал. Жопу, короче, не буду читать. Я подумаю, вот это у нас все еще за деньги. Я могу вот что-то сделать. Ага. Кстати, леди Дейндрейн, она плюс один будет, и у нее будет как раз таки... А уже есть 20 к урону. 10, откуда она? Великолепная. Преданность великолепная. И там будет один очко, одно очко, да? Прикольно, кстати. Так, ты что вообще, у тебя же... Ты ж можешь, да, какую-нибудь вот такую шмотку, например, одеть? Ну, типа того, да? Вот так вот. Ага. Пойдет. А тут что-нибудь есть? Вот это что тебе дает? Ну, это прикольная вещь, ей помогает она. Вот. А, это за место кольца. Восприятие. Не знаю, насколько оно ей нужно. О, урон от огненной стрелы. Прикольно. Это лучше. Длительности горения. Вот это хочу. А тут что? Ну это... Вот это вот. Ну это да. Ну это тоже понятно. А это... Ну ты, я не знаю, это как-то это... Оно и классно, и не классно. Ну плюс 2 к восприятию, это, наверное, хорошо. Наверное. Ну что-то как-то я не знаю. Так, ладно. Так. У меня денег-то вообще косарь с чем-то. Что мне надо делать-то? Тут мне деньги тратить не надо. Тут я потрачу это. Я хотел глянуть вот... Нет, не... Вот, да, шкала морали. Все верно. Ну, понятно. Угу. То есть я вот двигаюсь сюда. Тут у меня тирания 5, христианство 2. Вот это я сейчас сделаю, да, и у меня будет вот это вот, да? А, это 5-5 нужно сделать.
цены в лавке снизятся, а вот это третье будет. А, бесплатного лечения ран сокращается на одну миссию. Ну да, понятно. Круто, но не знаю. Круто, наверное, короче. Ну это 5-5. Это 7. Это 2, ну я только 6 у меня будет, значит. 7 не будет, да. Потом мне нужно отправить этого хилиться в лазарет. Это построить, возможно. У меня есть ячейка. Давайте глянем, что... Какие... Ну, короче, понятно. Херня. Ну, то есть, типа, ничего интересного там нет. Что-то дадут, но что дадут, непонятно. О, тут можно героя сделать. Угу. Тут что? Ну, чисто по бабкам, да? Ага. О, тут-то будет, короче, шмотка и бабки. Все понятно. Не знаю вообще, что делать. Что-то сделаю однозначно. Лавка купца. Ага. Ну, прикольно, кстати. Плюс одно очко брони просто так. Ап, с куста, да? Классно тоже, наверное. Но больше тут ничего, да? Это все, что у меня тут прилетело. У меня это все есть, мне это же покупать, как бы. Это что? О! Это как бы прикольное кольцо. Зашло бы этому Роге. У него же там по 5, по 6 дамажит это отравление. Ну, понятно, что вот это надо взять. Ага. Вот это что дает? Дает 30 урона на один ход. О, можно звезды как бахнуть. Ну, понятно, покупать нечего. Строить. Уже тоже не могу ничего, в общем-то. Могу вот эту херню построить зачем-то. Но тогда не смогу это... Забаррикадироваться. Забаррикадироваться, но... Ну, хотя преданность, она намного лучше. Потому что она реально дает им... И такое... Получает рану, бедняга. Так. Ну, мне нужно хилить вот этого чувачка. Давай... А, ну да. 4 миссии, хера себе. Иди хилься. А, кстати, если б я, возможно, взял бы... То я бы... Так, ну тогда... Вот это надо уже выполнить. У меня 0 этих осталось. Ага. Оп и оп. Можно тебя посмотреть? Ну, тоже чуть-чуть осталось. Угу. Так, ты. Ты у нас хилить умеешь, ты умеешь у нас... Ну, это что-то херня какая-то. Бдительность, а это... О, мы как раз там, может быть, будут потеряны. Получше будет. Так, ты можешь что-то себе вкачать. Вот это может? Стоимость замедления снижает. А вот это что? Длительность замедляющая. Оп, берем. Вот это отличная вещь. Так, что тут? Вот это. О, а вот это что? Длительность кровавого проклятия увеличивается. Ну, тоже, кстати, вещь. Ну, это. А, перезарядка, кстати, это тоже берем. Так. Смертельное проклятие. Угу. Огненный взрыв. О, какая. 3×3 клетки. Клево. Ага, сила проклятий. Сила проклятий. А, плюс один очередейство, что тебе дает? Скрытую добычу он находит, а восприятие тоже то же самое, понятно. Окей. А, вот она как работает. Так, ну, ну у тебя все вроде как, все, все нормик. Ну ты пойдешь в следующую миссию, ты вообще как бы у тебя одна ранка всего. Так, ты тоже пойдешь, значит тебе нужно вот это вот. Что кольцо делает? Ну, что-то такое, да? А, не очень. Вот это лучше, мне кажется. Хотя... Не, вот так вот оставим. Урон оружием. Или, может, вот эту сделать, ей будет восприятие больше, да?
Вот этого брать просто не будем сейчас. Нам зачем два лучника-то? Ага. Вот так вот пусть будет. Угу. Так, ну ты не вкачана. Тебе сразу же вкачаем что-нибудь. Что-нибудь вкачаем. Это что? Прикольно, кстати. Беру. А вот это что? А, ага. Вот эту беру. Все верно. Да, не буду читать. Тебя я возьму на следующий бой, да? Вот, ход, бой, ход. Следующую миссию. Ну это... Ты должен... А, он может кровотечение накидывать? То есть я просто ни разу... А, ну так там нежить одна была. Какое кровотечение-то? Оно ж не кровоточит. Вот это хочу. Ага. Так у тебя есть такой скилл? Вау. Так, тут что? Тут тоже что-то, что-то. После каждого убийства дает... Ну, это прикольно, да? Типа, следующий удар будет сильнее. Может сделать, чтобы кровоточил? Это что-нибудь. О, беру. А это что? О, отлично. Ну, тут тоже все вот это вот круто, как бы. Ну, тут они все у меня упакованы. Ага, только вот этому нужно пушку вот на эту сделать, да? Что та дуэльная пушка, а это на пробитие брони. Ага. Во. Вот так вот сделать. Так, ну-ка, а амулет что тебе дает? Раны, жетон. Зачем тебе жетон раны? И он кольцо какое-нибудь во время дуэли. Ну, это говна кусок. Ну вот это, конечно, с первого удара, чтобы выносил много, да? Клево, наверное. Да, берем. Вот так вот. Че там время-то? Ух, на следующую миссию гнать уже. Так, нет, тут все это. Вот сюда пойдем. Леди вот эту проводим, куда, не знаю. А, кстати, а лучше мой не разобрался. Ну, за... Денег, ну я могу сделать, да, типа, ну не, конечно. Что за это вообще? 6 у меня, да? Где? Ага, 6, да, 6-3. Ага, ага. Вот так вот дам. И скоро у меня будет вот этот рыцарь. А, разблокирует миссию для прохождения, которую можно найти героя Черный Рыцарь. Во, пойдем, миссия будет. Все. Погнали сюда. Так, сюда леди нужна, Дендрейн. Ты, короче... Ага. Вот она идет в миссию. Да, ты там. Она нет, это... Ага. Эта находка нам пригодится. Любим находки, да? Любим, когда они нам пригвождаются. Вообще, что-то я сегодня так устал просто. Я не могу, у меня аж язык заплетается. Не могу говорить, не могу читать. В глазах все рябит просто. День был сегодня безумный нахрен. И целый день работал. А сейчас еще играть зачем-то сел. Зачем? Хочу поиграть просто. Надо же развеяться, отдохнуть. А, поиграть на кошмаре, ага, в тактическую РПГ, развеяться, отдохнуть. Идея просто гениальная. Да. Она загрузится, по-любому, 100%. Надо все-таки перенести на SSD. Надо удалить те игры. Чё? Писания гласят ясно, вечный трон здесь, в этом лесу. Ага. Это древний трон. А здесь не всегда был лес. Понятно, тоже верно. Мы сможем туда добраться? И да, и нет. Трон здесь, но не сейчас. Трудно объяснить. Трон может быть в прошлом или в будущем. Из Писания это не ясно. Понятно. Где найти-то его? Если хотим добраться до трона, нужно пройти через древние ворота. Все три порядка, следуйте за мной. Что?
Ну пойдем к воротам, все три порядка, следуйте за мной. Тут что-нибудь есть? У тебя восприятие там как говна. Не хочешь, да, что-нибудь найти интересное? Как говна. Два. Не, не хочет. А ты зря. Короче, дверь. Да, эта миссия называется дверь. Дверь. А, нет, не дверь. Дверь. Во, пойдет. Дверь, ну. Чё? А, ты найдешь Святой Грааль? Ну, окей. Дашь потрогать его хоть? Так. А, ну туда идем сразу же, да, на миссию. А потом там все остальное обшарим. У нас как бы, в общем... А, я банки... Да как нельзя-то трогать? Можно трогать. Ты чё, прикалываешься, что ли? I recognize these statues. This is the first gate. I can feel the gate. But we can't see it yet. It's here, in this place, but not in this time. И как же нам войти? Ну, короче, заклинание. Давай, мы готовы. Читай. Ага. Запомнила она. Блин, я себе, короче, это усложнил. Две банки с собой не взял. Причем тем, кому чаще всего их и надо. Ого. Давайте скушаем. Да, зеленый артефакт, блин. И чё? Ага, ты кто? Ну ты это, кровоточишь, я надеюсь. О, какие интересные ребятки. Как странствующие дикари иного мира, я правильно услышал? Ого, ого. Пойдет. Мы хпшки. Ну, их не так много, конечно. Так, ты. Наверное, накинешь на вот этого, да? И откинешь его, да? Ага. Чтоб он не подошел и не нафигачил. Так, ты. О. А, это он себе может бафнуть. За один, что ли, да? И насколько он будет действовать? На несколько ходов. Один. То есть на один ход. Да ладно. Просто шмякнем. Ага. Не, ну тогда лучше бафнуть. Четыре хода. И ра у него ряд. I am ready. Feel the pain. Да блин. Он с... А чё не кровоточит-то? Не понял. Sinners shall bleed. То есть из-за того, что он стоит тут, да? Ну ладно. Ну сдохнет, я думаю. Надеюсь, по крайней мере. Так, повернись сюда. Повернись туда. Так, ты куда сможешь? Ты, ой, ты сможешь ему... А, вот так вот. Я сделал, интересно. Ну сделай, сделай что. Выжил, реально. Ну да, понятное дело, но... Это жесть. Stay alive. Just a little longer. Just... Так. А ты как задом-то умудряешься бить? Ты что, прикалываешься, что ли? I serve the Lord. Так, ее пока подхиль. А, он вся на всю восстанавливает. А тут написано 10, а, 15. А, она растет с уровнем, все, понял. По 5 штук, наверное, за уровень, да? Подозреваю. Так, ну тебе лучше убить его, на самом деле. И его стукнул. Ты сюда беги. Ага, вот так вот. Ну типа ты ж, да, не достанет. Ну тогда просто в спину ему бей. Так, о, а чисто ходы.
Ready. I serve the Lord. Так, ну что, да, сделать? Вообще, ты там тоже, да, не можешь. Ты можешь стрельнуть зачем-то. The Lord guides my hand. Ну, короче, интересно. Ну, ладно. Говёный вообще расклад, на самом деле. Ну, это вот бред. Да, не, конечно. Да. Вообще не очень просто. Ладно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До встречи в следующей серии. Удачи!